Манивна с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция на анимацию по Undertale, которая называется Undertale Animation Ghost Fight про Набстаблука. Окей, анимация сама по себе короткая, но вы просили, причем не один раз, поэтому погнали смотреть. Окей, Набстаблук. Милая рисовочка такая, знаете, простенькая, но со вкусом очень. Опа-на. Что тебе надо, Гастер? О, шляпа. О, он сейчас будет плакать наверх. Ой, тоже шляпка. Гляньте на ледошляпа. Боже, что он такой фановый вообще. И такая рожа у него. Не, ну анимация короткая, но, блин, она такая милая, на самом деле. Такая позитивная, такая прям муси-пуси. Ее так приятно смотреть, так повышает настроение, круто. Люблю творчество по Undertale, оно вообще шикарное. Ссылочка на оригинал, ребята, в описании, не забудьте подписаться на автора и поставить ему лайк. Также, если вам понравилась моя реакция, подпишитесь на меня, тоже поставьте лайк. Подпишитесь на мою группу ВКонтакте, подпишитесь там, куда еще хотите. Напишите комментарий. Нажмите на колокольчик, в конце концов, чтобы узнать о всех новостях канала самыми первыми. Будьте молодцами, я вас всех очень люблю, правда. Присылайте еще анимации по ссылке в описании. Ссылка в описании, чтобы присылать там всякие анимации, видосики на мои реакции и так далее. Не забывайте все-таки подписаться на мою группу ВКонтакте, пожалуйста. Мне очень нужны подписчики. Будьте молодцами, я всех очень люблю. Всем пока.